А как тебя зовут? Брюл. Билл? Я думала, Антуан, или Бейзил, или Лэнгфорд, но Билл? Вампир Билл? Господи, я хотела тебе сказать кое-что, хотя мне жутко неудобно. Я еще никогда не была с мужчиной, и я тебе объяснила, почему. Но когда я с тобой, я что-то чувствую. Я знаю, что это может оказаться ошибкой, которой я буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Но у меня такое чувство, что ты тот, с кем я должна это сделать. Я очень нервничаю и боюсь тебя до смерти, поэтому нельзя ли поскорее это сделать, чтобы я смогла успокоиться и поспать? Кажется, нужно откачивать. Я должен высосать кровь из твоего пениса. Ладно, не буду вам мешать. Куда ты идешь? Слушай, иногда во мне просыпается интерес ко всей этой медицинской херне, но не в этот раз. Тара, останься со мной. У меня точно крыша после этого съедет. Думаешь? Готов, сынок? А вы меня не усыпите? Я не думаю, что мы можем себе это позволить, время дорого. Кроме того, я не знаю, что ты еще принимал, и не могу рисковать, давая тебе препараты. Так что откидывайся назад. Вот так. Господи, Тара. Все будет хорошо. Тара. Дыши поглубже. Ну ладно. Ты почувствуешь укол на раз. Два. Ой. Не говори «ой». Вампиры не должны говорить «ой». Чего ты не договариваешь? Нет. Что ты делаешь? Не суй свой нос в личную жизнь человека, поняла? Чисто женский разговор. Идем, Лафайет. Я хочу пойти в бар. Хочу быть одной из этих танцовщиц. Ой, я так голодна. Она меня не слушает. У меня нет столько времени, чтобы приучить ее к подчинению. Я никому не подчиняюсь. Это время прошло. Билл, ты не можешь справиться с одной маленькой девочкой? Новообращенные часто себя так ведут. Мужайся, дружище. Ей же еще и одной ночи нет. Дело не в этом.